Совсем недавно мы в Номобайл обсуждали такую фишку. Что если в камеру возьмут и встроят GSM-модуль, который будет автоматически грузить фоточки на Инстаграм? И сегодня, 29 августа 2012 года, компания Samsung представила вот такую штуковину под названием Samsung Galaxy Camera. Камера на Андроиде. Операционная система Android. Здесь есть Wi-Fi, GPS и, главное, мобильная передача данных. 3G и 4G даже. Здесь есть Dropbox, есть функция автоматической загрузки всех фотографий и видео на облачные сервисы, в частности Dropbox, Google+, Instagram и так далее. Дисплей имеет диагональ 4,8 дюйма. Разрешение HD, то есть 1280 на 720 точек. Гигантский дисплей, реально удобный, емкостный. Емкостный дисплей в фотике – это просто круто. 21-кратный зум, причем не… Причем не программный, как все привыкли, а реально оптический. Чтобы запустить камеру, нужно нажать на соответствующую иконку и подвигать ползунок. Оптический зум на Андроиде, ребята, это круто. Можно сразу идти в галерею и увеличивать это изображение еще и еще. Чумовая вещь. Что у нас здесь еще есть? Здесь написано, что в камеру установлен некий Remote Viewfinder. Это значит, что к этому аппарату, к Galaxy камере, прилагаются еще некие аксессуары. Пойдем найдем эти аксессуары и посмотрим, что это такое. Помимо упомянутого Remote Viewfinder, некой фичи, которая позволяет смотреть и визировать картинку, держа камеру в одной руке, а в другой руке какое-то устройство, которое подключается, может быть, по Bluetooth, может быть, по Wi-Fi, у Galaxy камеры есть еще несколько аксессуаров. Есть микроштатив. Учитывая то, что весит камера немного граммов, я думаю, что 300, там не написано в спецификациях. Такой форм-фактор вполне оправдан, довольно удобная штука. Можно поставить ее куда-нибудь и, знать себе, снимать. Кроме того, есть специальный обвес в разных конфигурациях, который делает из Galaxy камеры еще более удобную камеру, похожую даже на такую беззеркалочку. Получается удобный хват, некие дополнительные линзы сюда навешиваются, еще какая-то чумовая вспышка. Ничего трогать нельзя, все под стеклом. Но это реально круто. Очень круто. Я думаю, что помимо всего этого будет еще какие-то дополнительные микрофоны внешние и так далее. Я не знаю, сколько эта штука будет стоить, но очень хотелось бы, чтобы цена была адекватной. У Samsung иногда бывают с этим проблемы, но в последнее время исправляются. В общем, ждем. Ждем официального анонса. Мне тоже нравится. Нам нравится с Колей. Мне очень понравилось. Очень. Да. Самый крутой. Не, реально крутая штука. Вообще просто чума.